театре «Русская песня». И мероприятие, на мой взгляд, очень важное. И оно актуальное, как никогда. Вот когда в мире идут всякие безобразия, а мы в этот момент все объединяемся. Потому что нас объединяют те корневища, которые формировались нашими предками, нашими родителями, которые формировали наше огромное многонациональное государство, в центре которого стоит русскость. И не надо стесняться, что, имея любое корневое происхождение национальной культуры, мы себя все равно называем русскими, потому что нас всех объединяет наша окружная страна, территория и русский язык, на котором мы общаемся. Мама, право, 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 право,